О, народ, здорово! Короче, в хомяке появилась новая фишка, как получить себе новые ключики. Они что-то начали мутить, типа наподобие, хотя сделать, чтобы степа, но это далеко от этого, потому что здесь вы просто должны зайти и играть в игру, а точнее смотреть рекламу. Давайте сейчас я установлю ее. Игра весит 200 мегабайт, это просто абсурд. Так, запускаем игру. Так, игра запущена. Вот. Из стороны в сторону надо ехать. Уи! В дерево. Отлично. Сразу в дерево. Так, хочешь ожить? Нажимаем просмотр, и тут реклама. Ну, понятно все. Это то же самое, что у меня у ребенка на планшете. Он смотрит эти рекламы, играет в свои дебильные игры. И такие рекламы. Катастрофа, короче. Нас затягивают в херню. Так, реклама прошла. Терпеть я не могу. Это все говно, конечно. Реклама на каждом шагу. И вот так вы будете мучиться, куда бы ни нажали. Так, это выскочило. Ладно, это мое ютубчик. Давайте еще раз. Куда тут ехать? Что-то за деревья уехал. Надо на трассу вернуться. Ну это, конечно, это трындец. На. Ну и чё, который я там приехал? Корону получил, всё. Корону получил, и что у нас? Так, ну вы хотите, чтобы я оценил эту игру? Не сейчас. Не сейчас. И, короче, опять реклама. 30 секунд нашей жизни отбирает это дерьмо. Да лучше, если честно. Лучше, если честно, то сделать, конечно, просто код какой-нибудь вбить, чем вот это дерьмо смотреть постоянно. Что-то хомяк скатывается в помойку. Не хотят они делать выплаты. Не хотят делать никакие анонсы нормальные. Вот это вот говно на рекламу, это, конечно, это труба. Ну что дальше реклама? Господи ты, боже мой. Уже 2 минуты рекламы. Так, ну что, байсикл, так. Новый байк. О, увеличили скорость. Нету. Сейчас я включу рейс и опять будет реклама. Да? Ну давай. Держите палец, горит. Полетели. Американец, вау! Интересно, очки мне дают за то, что я в них влетаю? Опа! Ну и надо вот эту. Оп, трешечку. И опять реклама. И опять попадаем на рекламу. Какой же это полный бред. Так, что тут, велосипедик новый, да, есть. Можно за рекламу еще посмотреть. О, что-то упало. Нет, объединить нельзя. Улучшить нельзя. А если я куплю? Так, оп. О, объединил. Опять реклама. Так, новый велосипедик. Так, объединяем велосипеды. Опять реклама, народ. Ну вот каждое движение реклама. Ты просто ничего не можешь сделать. Надо смотреть эту рекламу. И ничего ты не можешь делать. Пропустить no thanks. Все равно будет реклама. Вообще просто, ну. Ну, вот что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете.
Я вернусь, когда реклама пройдет. Так, и вернулись обратно. Ну, суть тут понятна, смотрите. Можно купить байк. Потом ты объединяешь первый уровень байка. Вот сейчас второй, да? Я объединяю второй. Опять реклама. Надо объединить потом два байка. Каждый раз объединяешь первый с первым, второй со вторым, третий с третьим и так далее. Вернусь, по-моему, опять через рекламу. Так, мы вернулись. Спустя рекламу. Так, опять велосипед. Я уже боюсь их объединять. О, зеленый, отлично. Так, давайте поехали сразу на соревнования. Поехали, поехали. Сейчас будем сбивать их. Ух ты, у нас снег скользит даже. На, на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Носит, ой, как носит. Ой, как носит. На, дерево. Еще одно дерево. Еще одно. В сторону. Человек. Блин, дерево обошел. И уй-уй-уй-уй, в X10. X7. Ну вот так вот мы проехали, короче. Так, начать гонку, закрыть. Давай начать гонку. Сейчас реклама, наверное, опять будет. Нет? Гонка с боссом. Что-то сейчас мы этому боссу втащим. Ага, втащили. Ожить. Опять смотрим рекламу, чтобы ожить. Так, едем заново. Ой, блин, нереально, 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 нереально. И полетели, почти догнали. Народ, это просто жесть. Ясно. Пропустить. Вот и поездили с боссом. Короче, народ, вот так вот сейчас за ключами охота будет проходить. Я этой херней заниматься не собираюсь.